Итак, данный обзор в Мазде мы начнем с машинки Mazda CX-5. Вот в таком интересном цвете. Синим. Mazda CX-5. Очень-очень красивая. Так, ребят, сразу цена данной машинки. Стоимость предоставленной автомобиля 2 миллиона 903 700. Нормальная, кстати, цена для такой машины. Значит, комплектация. Салон, ткань, управление аудиосистемой. Так, это все фигня. Это все, естественно, 17-е диски. Так. Трансмиссия 6-ступенчатый автомат. Привод передний. Это все, что нам нужно было узнать. Ну, кому охота поточнее, ставим на паузу и смотрим. Вот такая вот машинка у нас получилась. Очень красивая. Mazda CX-5. Кстати, я думал, она дороже стоит. Hyundai и Kia сейчас дороже, чем, значит, даже Mazda. Вот такая вот красотка. Багажничек. Багажник. Полноразмерная запаска здесь у нас. А, нет, вру, это у нас докатка. Докатка. Вот такая вот, кстати, карпетом обшита, это очень интересно. Вот в той же Kia и в той же Hyundai здесь все пластик и все царапается. А карпет уже царапаться не будет. Дядь Лене передаем привет. Даже так не интересовался, я даже не знаю, это вот как считается новая. У дяди Лени вот интересно, такая же панель, либо у него предыдущая. Дядя Лень, пиши в комментариях, такая у тебя панель или нет. А мы с вами, ребят, посмотрим, сколько сейчас стоит Mazda CX-9. Mazda CX-9. Стоимость данного автомобиля 4 569 462. Так. Что у нас тут? 4 ВД. Это, значит, полный привод у нас. 231 лошадка. Но это самое главное. А так-то здесь напичкано всего и всего. Это вам уже, ребят, совсем не Mazda CX-5, это CX-9. Это просто огромнейшая тачка. Блин, цвет классный. Типа как моя куртка. Такой коричневый, вот такой стальной серый. Блин, здесь так уже все вообще. Да, очень классно. Mazda CX-9 новая, 4,5 миллиона. Кстати, это недорого для такой машины, это совсем недорого. Вот, смотрите еще раз, морда такая супер хищная, здоровая. Будет Mazda 6, вот такая классная Mazda в белом цвете и с черной крышей. Кстати, отсюда уже вижу очень красивый цвет сидений, такой вот прям вообще красный. Обалденная торпеда. Посмотрим цену ее. Да, машинка, конечно, удалась. Цена, значит, стоимость предоставленного автомобиля 2 787 400. Тонерные стекла, климат-контроль, двухзоны, датчик света, круиз-контроль, АБС, ЕБА, электронная система усиления электронного торможения, светодиодные фары LED. Вот LED — это уже очень круто. AUX сейчас не нужен, сейчас Bluetooth уже должен быть. Аудиосистема, 6 динамиков. Система бесключевого доступа, датчик дождя, электронный стояночный тормоз, светодиодные дневные ходовые огни, USB 2 спереди. Вот такая классная машинка Mazda 6. Очень. Да, конечно. Почему-то всегда казалось, что Mazda. Куда там Mazda? Она дорогая, а на самом деле цены такие же, а даже местами и подешевле, чем Hyundai или Kia. Вот такое здесь исполнение. Смотрите, кожа. Красная прострочка, прям в цвет сидений. Да, крутая тачка, Mazda 6. Mazda 6. Здесь два подстаканничка. Это, я не знаю, что это, громкость или что это. Наверное, громкость. Да, удобно так едешь. Чик, регулируешь здесь.
Вот. Здесь тоже управление магнитолой. Электронный ручник поставил сейчас. Так, вот такой селектор передач. Автоматик тут, естественно. А, они, кажется, на механике и нет. Это уже машинки такие крутые. Они уже все на исключительно на автомате. Вот такая кнопочка старт-стоп. Ключ не обнаружен. И магнитолка такая небольшая. В принципе, все, что нужно для кайфовой езды. Сзади тоже такие же сиденья красные, очень красивые. Машинка уже затонирована пленочкой, это не стекла. Вот. Вон еще впереди у нас такая же Mazda 6 стоит. Смотрите, здесь тоже зеркала черные, как крыша. Под крышу сделано. Такая же Mazda 6 стоит. Посмотрим, какая здесь комплектация и сколько стоит она. Возможно, она будет даже дешевле, потому что крыша здесь не черная. Так, цены здесь нет. Почему-то не работает экранчик. Возможно, машина уже продана и готовится к своему новому владельцу. Так, тут машинка. Вот еще у нас стоит Mazda CX-30. Вот такая. Маленький кроссовер. Ни разу до этого я им не интересовался. Попробуем открыть багажник. Видим сразу здесь камера заднего вида и багажник, открывание багажника электро, то есть с электрическими вот доводчиками. Вот такой вот небольшой багажничек. Полноразмерное запасное колесо на штамповке. Также закроем его, обойдем вокруг. Маленькая такая маздочка, но уже кроссовер. Сейчас посидим внутри, обязательно посмотрим цену, как она смотрится спереди. Оригинальная решетка маздовская. И стоимость данного автомобиля 2 909 600. Цвет металлик, климат-контроль две зоны, датчик парковки, смарт-карт. 18 диски. Так, передний привод 150 лошадей. Посмотрим, как в салоне. Тоже такие кожаные сиденья здесь. Кожаные сиденья и цвет такой очень красивый, такой коричнево-серый, черный. Приятный очень цвет, богатый. Удобный бардачок. Двигается вот так еще вперед. Здесь такой же джойстик, селектор переключения передач. Здесь вот подстаканнички два. Ну да, такой небольшой кроссовер, я бы сказал, молодежный. Можно назвать его даже, как, ну как сказать, для небольшой семьи. Передний привод. Кто любит кроссоверы, но не хватает денег на Mazda CX-5, допустим, спокойно может рассмотреть вот такой вариант. Дверь тоже очень красивая, комбинированная кожа с белой прострочкой, черные вставки и вот такие вот стальные коричневые. Очень красиво смотрится. Смотрите, аудиоподготовка базе. Такая пищалочка. Прикольненькая, приятная маленькая машинка. Маленький кроссовер. На больших литых дисках. Так, ребят, мы сейчас с вами в автосалоне Mazda. Мы посмотрели с вами сегодня актуальные цены на сегодняшний день на автомобили Mazda. Я, если честно, очень удивлен. Цены доступные по сравнению с Hyundai, с Kia. Даже местами дешевле. Хотя всегда был убежден, что Mazda дороже. Кому понравился данный обзор, ставим лайки, подписываемся. Для меня это очень важно. Пишите в комментариях, какие машины еще снять. И вон Mazda CX-9. Дядя Леня передает привет.